Ну вот, зятки и тетки, и собрались мы все разом обстроить греблю. Собрались, як на праздник, потому что, як мы все вместе, делаем одно огульное дело. Пройдет немного часу, и будет у нас гребля. Будет. Сухая гребля. Зимой, у весну, у дождь, слякоть. Едьте по ей на конях, идите пешки, можно ходить у школу. Нет, краще будем ездить. Краще ездить на ярмарку, а можно и в гости. Великая радость, гребля. И все мы, вся волость радуемся с вами и вешуем вас. Женить? Зараз же. Можно и зараз, я и сам думал. Ну его, дякувать Богу, я ухинка. Матрону Хвелькову можно за лешника взять. Говорю, что полный сундук добра за ее дают. Корову дают. Бабы говорили, что... Молчи, раскулявкивайся. Сынок, иди сюда. Значит, я надумал. Надумал. Только чтоб одно. Что ж? За якой я хочу? Так, но... может, и выбрал уже? Гони. Гони, выбрал. Ну, зараз, значит, парадки такие, что батьку слухать не треба. Гиска, ну, а ну, пошла отсюль! Кого ж выбрал? Ганну. Якую? Яку? Чорнушку. Є тут?
У тебя тут? Усе? Усе кобылы? Долго думал? Долго. Одну я ехать хочу. Разорить захотел. По свете пусти из торбы. А не кажите, чего не надо. Молчи, рано указывай, щеня! Даже вырастил, подмоги чекал, дочекался. Окрутила! Голодранка! Ай, по руках и ногах связала! Голодранка окрутила! Як дурня малого, очмурила! Да я сам выбрал, она еще и не знала. О, сам! Як бы не так. Она его запугала. Да она еще не пойдет. Ну да, не пойдет. Видать, давно чекает. Дома як бы чужое добро прибрать. Халимонка, тихо, люди чуют. Верьте хвостку, потаскуху к себе в дом. И она не потаскуха. За что ж вы тата на ее? Я нас бедных, правда? Только лепш за ее у куранях няма. Молчи, сморкач. Кому даты вы ни за что наговорываете? Я ни за что! За что? Ни за... Я ни за что! Халибаночка, ну, не треба, не треба, ну тихо, вот люди слухают, ну! Нехай слухают! Нехай все знают, эти дети! Тихо! У Халимона! Ну! Глушака! Вот же, ну, разошлись, а! А об этой как не думал! На еду моего батьковского дозволу не будет! Чуешь? Чужо. Слыхал. Поверил? А говорит, значит, они что е? Ага, значит, все было. А может, не? Ай, так ты же лепее знаешь. Другие видели, сказали. Да кто ж другие, кто видел? Они все одно. Ой, так может, уже и не придешь? А чего ходить? Нехай теперь другие ходят. Ну и дурень. Дурень есть. Один корч разумный. Разумнейший за тебя. То-то ты и докрутилась, коли яго. А не твой клопот. А не твоя беда. Может, я и рада. А то говорите. Может, и не по своей охоте. Может, он силой. По-доброму все. По согласию было. Я этого тебе не забуду. Thank you.
Донечка, сваты там. Рецего, Корт и его Явхим. Сядь за столом, тебя ждут. А я не хочу. Я не хочу идти. От его привалило заботы. Ну, хоть бы кто-нибудь другой, ну. А то ж, корчи. Ганнушко, а может, и ничего, а? Может, мы даремно все, а? От бы знать, як оно потом обернется. Хороша. Таких сватов ждать заставляешь. А может, на встречу надо было бегче? Ну, бегче не бегче, а радоваться надо бы. Такое счастье! Нехай теперь пишут, что говорит власть. Нехай пишут. А богатеи были и будут первые. А что такого богатся? Был бы по сердцу. Вот. Ты не любишь, как я про дядьки говорю. Да я не буду. Я только тебе скажу. Коли уже на тое пойде, и ты выйдешь за дятлика, счастья тебе не видать. А видать, не видать. Один Бог знает. И не будет. Ты сама знать должна, что ему голытьбе бедной от красоты твоей. Глядеть на тебе, да и як на икону молиться. Господи помилуй. А як... Сголодается, тогда красоты будет. Да все ты вы знаете. А может, не. Может, он только на тебя любуется. Тот двора не доходил, а теперь и глядеть не глядеть. Ну, ладно. Ладно. Так ты ж про нас подумай. Про батьку подумай. Старый уже, годы не ты, как работать ни дня, ни ночи не знаючи, а скоро на печку ляжа, кто же ему с горынку принесе? Ну вот, Ося, давай, Шагана. Ну ладно. Принесите юбку красную, кофту неодельную, чаровики. Ну и добро. Кто, сынок? До кого? К чернушкам. Дед просил сказать, что сваты пришли. Мужичка. Thank you.
дождался гусачок молодой пары золотой. Крутил головкой, вертел гусочку, выглядал. Нема и нема, а я на вось з'явилася, хата засвятилась. Ну, дай тебе, Боже. Не ждали, значит, з якого берега приплыве щастя, багатці. А я на вось. Не з-за поля далекого, не з-за лесу высокого, своего села. Пришел молодец, удалец, добрый купец. Ваш товар наш купец. Купец? Всім купцам купец. Сам молодой, чуб золотой. Добра повные клети. Лучше на свете. Купца не хаем. Чего там? Да вот девка Греция годами не вышла. Погулять бы. Рановато ее. Гульба не у срок и коню не у прок. А тут девка. Гадко уже ж Греция его. Самый час. Самый лепший квас. А так, перестоїть, закисне, стане усім ненавісне. Батьку з маті ганьбить, что не дали замуж выходить. А жаніх-то, жаніх, от які, что родом, что телом, что умом, что делом. Ну и наша, слава Богу. И разумная, и скромная, и добрая. И лицом другую такую пошукать. Нічим Бог не обидел. А хіба сказать Євхім, не перший молодец на усе курані. Пойди, которая не пожалуется на долю. И поесть, и попье у волю. Ну ладно. Чего молоть пустую? Знаем и мы, и они не дальние. Одним словом, пирог наш принимаете. Так мы, что ж, неужо ж мы супроть? Раз на то и пошло. Ганночка, поклонись гостям. Возьми пирог. Oh.
уже рот. Ну, покойтесь, ну. Уже Лену. За Лену раз. Разом, ну. Вот, ну. Передохнуть. Эй, перекурить треба! Эй, Никанорка, а гляди ты, трохи помыли. Эй, нечто зробили. И уже, видать, видать, а? Не вельми видать. Не, ну работы, конечно, не секрет богато. Богато. А только ведь не попусту она работает. На пользу и людям, и себе. Кланяйся, накупайся. И то правда. Николь не было, как стольки собралось народу, одразу на якую-нибудь работу. Так и я ж не договорил, коли всем сообща, так все поднять можно, а? Яку Юровичу на добрую ярмарку. А чим? У юни. А пол рубля за низку. О, полтинник. А що, може дорога? Да ви ж поглядіть, укольки їх тут. А м'ясо якое, а? Дарма, що сушене. Ну, глядіть, гэта ніякая вонюча риба. В'юн. А, в'юн, п'ян, в'юн. А ви скажете свою цену. По 19. Ну, куди тебе несе? Поздравляю. Должно быть хороший хлопец. Да як сказать? Ні кульгава, ні горбатий, ні горш других. Да хороший, і красивий, і багатий. А ви його любите? Да как бы ходили, хто любить, так більше половини у дівках би сиділи б. А все-таки як же без любви жить? А як усі живуть? Стерпиться, злюбиться. Тут був подарок там хлопець з Куранів. Дрозд його прозвище, ні, Дятлі. Так як він живе? А, що? Живе собі? Скоро землемери вам пришлем. Ой, щастя вам. Явхим! Явхимко, сюди! Тёша. День добрый. Добрый день. Ну что, на ярмарку собрались? Мамочка. Божечка, не карай, сам бачиш, інакше не можна. Thank you.
Нагуляла. Что ж, дело молодое. Не ты первая, не ты последняя. Глядишь, я живу. Погано живу. Завидовать нема чему. Было время, жила. Дурости в людях развелося. Сляпые, як дети. На душогубов, на докторов надеются. А докторы только режуть, да травять. Приказ таки вышел. Всех, кто нутром не дужи, звести. Каб, значится, порченых не было. Кольки я гэтых хворых вылечила, а живуть Бога и мене хвалять. Разить мне стали начальники. Не по закону, кажуть, лечишь хворых. Не маешь права лечить. Хворых по закону переводить треба. О. Ой, тяжко мне, тяжко. Хоть у болота, як ты. Принесла чего, а? Что? Ну что? Ну это, как заплатить за работу. А, так, принесла. Ось. Ось. Вот. Усё? Усё. Этого мало. У меня нема больше. Ну-ну, нехай, ладно. Только ось, шкода мне тебе, добрая я. Поклянися, кеп ни слова никому, ниде, николи. Никому, николи, ни слова, як перед Богом. Кладися. Добрый день у хату. Здравствуйте. Дядька Халимон, добрый день. Дядька Халимон, так правильно у вас Дима записано? А як там записано? А у вас тут записано, что Халимон Глушак. Едаков семеро. Ну, семеро идет. Як что? Як так? Так. Як? Ну, я. Так. Дзонга Кулина. Два. Сын Евхим. Три. Степан. Четыре. А что считать-то? Дочка Антоська! Пять. Замужем не считается! Як? Почему не считается? А что тут такое? Одна пошла, другая зараз прийде. Сговор был? А сговор был? Все говорят, сговор был, значит, все лишь пять. Так все, все, пять. Ну, а где остатние? Двое. Остатние где? Я ей говорю, шостая дочка Антоська! Так Антоська-то! Погоди. Не считается! Знов не считается. Чула. Как бы она и не дитя мне. Ладно. Остатний Иван! Иван не сакрет батрак. Да мне его батька за сына отдал. Ах, Боже! Что Иван, что Степан? У нас одинакие дети. Кого? Кого ну, вы ошукаете? Никонорочка, вот так. Як я это обманываю им? А коли он кормится при мне, треба ему хоть какую-нибудь работу справлять. А як же? Ну ладно, хрен с ним. Только дядька Халимон, все это мы проверим и все запишем, все по закону. А теперь скажите мне, земля у вас правильно записана? А что земля? Что-что, земля, а? Власть наделяла, власть и записала. Вы нам на власть не кивайте, вы нам скажите прямо. Я говорю, налог начислили. Дыхнуть не моя. Что, уже обеднели? Значит, все? Может, ко мне я могу пристав, уся и не уся, як лист. Была бы земля, як земля, то одна крыда проси. Грех тебе жаловаться, Халимон. Кабусим такая была. И у других была бы добрая.
обгнулися, як я. Ні дня, ні ночі не знаючи. Чо? Ух ти! Ахрен, ти що? Так... От недоверливый який. Да и то сказать, по сегодняшних справах люди выбранные, комиссия. Комиссия, комиссия, а як же? Вот комиссия, рассеплёс, як старый. Давайте, пенёр. Давайте, все разом, вот. Ага. Посидим, трошки. Посидите, да. Поглядите. Посидим, давай. Поглядим. Попробуйте. Не погребуйте, так будем угощать. Вот. Не время. Самое время, Миконурка, самое время. Чуешь? Свадьба скоро, сговор уже был. Давайте за стол, ну. Ваши молодые. Посидите, не погребуйся, так сказать. Ну-ка, ну погоди, Миконурка. Тут и бога. Проверим, проверим. Продиральщики, сукины сыны. Надо было сразу посадить, как вы шли. Да сразу, не сразу, один час. А что? Узяли б чарку, да скварку, да помягчали б. Ну, да зараза помягчает. Ну что, все-таки люди, и Миконор, и ты так само человек. О, человек, что, нашла человека. И сонь носа тебе не треба. Не кричите. Все? Не кричите, говорю на матку. Это мне? Виноваты ж. Я виноватый. А коли правда? Ох ты, щенёк! Не прямо, прошу, Бога! Опусти! Успокойся, ну! Боже мой, ну, нехай! Нехай, щенёк! Ну! Нехай! А только... Тихо не хожу! А только треба вам та земля! Усё мало, мало! Ты знаешь, сколько мне треба? Хапило бы без яе. А коли прибрали себе, так нехай бы... Нехай бы признались, всё одно знойдут. Перед людьми стыдно. Гнида! Сморкач! Выучил. Выучил, отдяковал. Степанка. На таком пойдешь. Хлеб чистить будешь. Свиней! Кормить. Ты. Ну, сейчас разделились. Могли б, сожрали б. Бог забыли. По-живому клыками рвуть. Воли, воли богата. Посмелели. Посмелели, потому что маслак пропал. Объявился бы он, так сидели б тихо, как лягушки на болоте. Может, он и не пропал. Кто? Маслак. Господи. Боже, хранитель мой святый, прилежно молю тебя. Ты мя днесь просвети, от всякого зла сохрани. И на путь спасения направи. Геевхим! Где он шляется? Бабки, дитя уберите с дороги! Вот скажи ты, Таись, как сорочая людей! Усюды захопят зелепий. Ага. Николи не управишься за ними. Ну! Что? Что это место? Что, Ленка? Сдалек приехал эти... Ларёш! Да иду я, Ухимка, иду! А чем шкелет енду продаешь? Сам ты шкелет. Байструк солдатский. Я не байструк, у меня и тата, и матка есть. Вот я не знаю. Есть, есть, таташка. Молоко. Мама будь дае. Зальёшься! Так почем продаешь? 30, як отдать. А ты сколько носишь? Да я за дарма не взял бы. 8 пёк да купёк, молодец, Елхим. На что тебе это? А как посмеяться? Правильно.
Где и посмеяться, як не тут. Купить нечто хотела. Да, дробези розные. Я потом, с мачехой. Так ты скажи, а что б ты хотела такое? Ну, как давно хотелось, а? Да ничего. Нема чего, не чужиш. Ты не наглядела? Так я наглядел. Пойдем. Ларион! Покажите-ка нам и эту хустку. Одну хвилиночку. Тримайте. Аккурат, дотва. Чернушка, ну, будь здоров. И ты здоров будь, Нохим. Кажут, тебе на кохту сицец есть, а? О, девка надысь, видела? Трохи еще есть, осталось. А девка твоя, я гляжу, ты мог знать, что плохо, что хорошо. О! Ого. Так и слышал я, у тебя праздник. Ага. Дам я тебе того, чего еще никому не давал. Сатин атласный. Из самого Киева, Тимок. В нем твоя девка на свадьбе будет чистой красавица. Сам бы на такой женился, слава Нохима. Смотри сюда. На королевские греть его, у меня гроша мало. Так и у него на сатин денег мало. Ты погляди, что она такое. Погляди. А? Что глядеть, коли не возьму? Постеснялся бы говорить, Тимок. А? Я за погляд денег не беру. Ну, чего глядеть, коли, ну, дорого. Вы чуете? Он говорит дорого. Он еще не видел товар, не знает цены, уже говорит дорого. Его еще никто не режет, он уже кричит, ратуйте. Так и надо товар прикинуть к лицу. А не дорого. Дорого. А то мужик не поверит, пока сам не посмотрит все натурально. Ну, Ты хочешь добра своей дочери? Хочешь, чтобы она у тебя была первая красавица на свадьбе? А не задрипанка, извини, какая-нибудь. Ну, а кольки же оно? Каштуя, кольки. Так и у тебя еще останется куча денег. Я понимаю, что у тебя сейчас неуправка. Но ты можешь сразу всего-то не платить. Заплатишь рубля три каких. Ну? Ну. А остальное можешь вообще не платить. Во. А съездишь зимой за товаром в Мозырь и в Норовлю один раз. А, не, дорого страх, не. Какой ты скупой, Тимок. Не. Ты слышал, дорого. Ну, ладно, копеек 20 еще скину. Ладно, меряй уже. Мерей. Где шить-то будешь? Такой товар и загубить не шутка. Да вот, думаю, у Голды. А чтоб ей 133 раза перевернуться на том свете? За ее поганый язык, которым она несет несусветную чушь про Нохим. Хочешь, иди к Голде. Нохим не злой. Нохим не мстит. Он сам поддерживает эту глупую бабу, которая готова сничтожить своего человека.
Эля, забери свои бебихи. Саня, убери шмотки с услона. Соня, подай табуретку гостю. А, не, ничего. Голда мы постоим. Да. Голда, мы к тебе по справе. А Голди без дела не приходит, гости не приходят. Точно, Греция. Кохту пошить или юбку? Кохту. Кохту. Чуешь, Голда, сам Нохим до тебя послал. Только до тебя. Какой он добрый. Сам Нохим послал. Нет, вы слышите? Ой, Босяк, ой, Босяк. Сам послал Голди. А куда его еще послать? Когда здесь только Голда и шьет. И сколько? Сколько? Что? Скольки? Сколько взял этот благодетель, этот красавчик? 2 рубли и 80 грошов. Ой, обдирала. Ой, обдирала. А... Ой, пройдох этот нос. Обдирала. Обдерет человека голым без рубахи, пустит, ай, и ему еще спасибо скажи. Истинная правда. И таким крутелям советская власть волю дала. Надо было делать революцию, кровь проливать, чтобы Нохин обдирал людей. Эля, молоко выбегает. Ай, ай, Грецева. А чего ж огород городить? Может, еще не сторгуемся? А, не кипятись. Отдашь мукой или картошкой. Фу. Не богато ж ты живешь, Голда, грыць его. А с чего мне быть богатой? Ну як же? Машина своя. Шить умеешь. Толк с той машины. Раз в месяц зайдут 3 человека, она и тому рада. Соня, помолчи, с голоду не пухнем. Не пухнем, потому что огород свой, куры, корова. Ой, ой, Сонька, ты такая стала умная. Ой, какая грудь. Ой, с такой бы грудью я была бы королевой. А, между прочим, в городе женщины лифчики на грудях носят. А у вас не при мужчинах, будет сказано, у вас лучше, чем которые с лифчиками. Да. Такие лифчики. Лифчики. Ну, где вам знать? Лифчики это, ну, как бы вам сказать? Это, ну, вот такие мешочки со шлейчками. Ага. Это все красивее было, как у девчат. Они висели бы. Между нами говоря, не при мужчинах быть сказано, некоторые в лифчики вату напихают и ходят, как с настоящими грудями. Это я сам, коли в солдатах. Рассказывали. Распусто это. Куда ж ты на ночь глядишь, а? Дочка помирает. Ходосечка, что с тобой?
далеко оттуда. Ага. Вот, вот, добро. Ну, гостики, дорогие, ешьте, пейте, на здоровечко вам. Все очень богато, там и рады. Застуйтесь. Тихо, ласку не говори. Граждане, жители села Курени, на данном этапе мы собрались тут у дядьки Белушака и сидим за столом. А также тут сидят молодые, которые вступили тем самым в совместную жизнь. И хотя они венчались в церкви, они регистрировались в сельсовете, как тому призывает советская власть и наша большевистская партия всех сознательных алиментов. Но она уже законная жена. А потому от имени Орешницкого сельского совета Юровицкой волости желаю молодым, чтобы они были здоровы, жили дружно. Во-во. И в достатке, как надлежит по советскому закону. Живите дружненько. У достатка. Дай Боже. Истинное право сказать. Горько! Человек, Андрей. Голова! Калинин где? А он свой близко. Доброе здоровечко. Батька, батька. Ты что же ты мне городскую, а? А что? Все равно как интеллигенту или уполномоченному какому. Ты мне свойской куреневского изготовления, как всему народу. Молодец. Наши ему кустовки куреневской. Не купленая. Грошей не переводил, сам с куста нацедил. Да, не бойся, не бойся. Все равно харчеву не передам. Твой человек, по-простому. Ну, чтоб жилося и чтоб велося. Ай, как велося, ой, как велося. Будем. Ну, Ганочка. Горько! Нічого ж не було. Не така вона дівчина, каб собі дозволить. Етакая. Невестка, яка була б славная. Ну, хопіть! Чого ж тепер? І правда, Лена, хлопцу і так тяжко. Красную ягоду не взращу, красную ягоду не взращу. Неправдивая ганочка, неправдивая девочка, казала я на замок.
то? Вам погано. Ах, это ты, Ганночка. Ах, это гадюки. Гадюки, это нема тут. Нема, никого, никого. Нема. Ганночка, а ты помнишь свою мать, покойницу? А чему же не помню? Не ведая, не поплачет. Не расправляйте вы себе так. А то и все хорошо будет, ну. Хорошо. Дали Бог. Ой, Аннушка, голубушка, увидела, увидела всю мать покойница. Не надо, тата. Вы трохи выпили лишнее. А? Я жалею тебе, жалко мне тебе. Ой, я, Ганночка, жалко. Успокойтесь, ну. Я вас жалею, тата. Только вы не думайте ничего поганого. Вы ж знаете свою Ганну. Знаю. Знаю. Только вот... А знаете? Ух. Не бойтесь. И не журитесь. А то и мне тоскливо станет. Чуете? Чую. Отсюда. Вы, бабы, любите, чтобы мужчина красивый был. А вы не любите красивых женщин. А вот того не знаете, что искалечило меня за советскую власть. Белополяк один зацепил под Барановичем. Белополяк. Ох, а всю-то всю мою дорожку, ох, белым снегом замело, ох, и следов моих не стало. Забыто. Теперь все. Надо пить. Выпьем. Елхим. Я выпила, кольки хотела. А лезь ты. А все надо. А коли я не хочу. Гостя уважить надо. Надо. Усих не уважишь. Гостей унь кольки, я одна. И он так сам один. Ну, может, и он один, так нехай собей пьет один. А я не хочу пить сам с собой. Угу. Только вон, с теткой Сорокой, я нарада буду. А я не хочу с теткой Сорокой. И он хочет с тобой. Отстань. Ну ладно, ладно, ладно. Не хочет,
Не хочет, не надо. Выпьем вдвоем. Ладно, мы так само выпьем. Не буду. Помнишь, должна, что ничья была? Помни, что это ты Халисти сказала. Со мной надо что-то по-хорошему, по-доброму. По-хорошему, по-доброму, быть там Бог знает, где росла. Ах, я не росла. Такая выросла, другой я буду. Древы с годами меняются не то, что люди. Речка вунь, як я леший не выворочиваю. Ты не речка, а я не Олешина. Ах ты моя прихожая! Охрен мне, топтись под ногами! Успокойся, Василько. Так это ему женихай и дочь по домах. Вот и мы разберемся. А то почули передел. Собрали столько народу. Требу довести. Дала. Да. Правильно. Время дорого. А? Завтра как были у сельсовете. Ты. Да. И ты. И ты тоже. С утра? С утра. С утра. С утра. Я задержу их на да. несколько минут. Мы на Глинище. На Глинище. Так. Сами решили начать землеустройство. Я не починал, я только за добро свое вступился. Було твое. А теперь мне полдесятины выделили. А тебе это выделили? А может, ты, який ты сам выберешь? Прекратите спор! Здесь спрашиваю я, и будьте любезны отвечать на мои вопросы. Сидели уже? Чего ж молчить? Они выпустили. Безобразие. Что хочу, то и делаю. Советские законы ему не писаны. Мы не забыли, как выводили Маслаков под окна советских депутатов. Мне ж яны обрез до спины приткнули.
кто вам поверит? Стоило Маслаку объявиться, и вы вновь распоясались? Руки коротки. Советская власть не таких уламывала. Идите и ждите нашего решения. Лошадь заберите. Что же вы, товарищ Глушак, кулачками свое право отстаиваете? Я вас понимаю. Правильно. Нужно воевать за место под солнцем. Только не кулаками, даже такими, как у вас. По советскому закону нельзя брать у человека то, что он заробил своим мозолем. Не положено. По закону. Врешь ты все. Врешь. Не на закон ты надеешься, а на Маслака. Не путайте меня с едым гадом. Во как. Так. Уже гад. А был товарищем и надеждой. Между прочим, этот гад интересовался тобою, Чуб. А я его не знаю, я его в очи на вот не видел. А на кладбище? Брось. Я все знаю. И учти, о тебе помнят. А? Нет, детка,